Загляни в лавку rpgdon.com, найдешь множество услуг по Black Desert Online. Закажи и зарядись! Ссылка под видео. Всем привет, ребята! Хотел озвучить это видео, порассуждать на тему заточки, как что добивался, но, к сожалению, заболел. А видос реально горит, нужно его выпустить, чтобы вы его увидели. Так что комментариев много не будет, уж простите. И вот здесь начинается самое интересное. Появляется вторая допка Снубера. Представляете? Лично я не мог себе такого представить, что я выбью еще и вторую за такой кратчайший срок. Ну, те ребята, которые очень внимательно и смотрят мои видосы, заметили, что я все-таки спалился как-то пару раз. У меня появился маскан. Да-да-да, пока точил допки, я все-таки купил его по лаковой копче. Господи, 3 месяца я его ловил. 3 чертовых месяца.
Вот так вот, ребята, на этом пока история заточки двух топок с дракончика и закончится. Потому что на данном этапе у меня нет денег точить на 16, 17, 18. Как только сделаю кучу-кучу траев, обязательно вам расскажу. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в группу ВКонтакте, пишите свои комментарии, кто как точит, кому как везет. Ну и как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока.